Как ты сказал? А молодец, правильно. Хорошая ставка. Правильная. Раз, два, три, четыре,
Что ты делаешь? Я вижу все. Ты видишь. Ура, Настя все видит. Нам своим повезло. Красивым фонарем. Своим красивым фонарем все видит. Да, он мне все освещает. Куда мы идем-то? Мы на скалу обозрения. На страну дураков идем. Да. На самую большую сторону. Круто, да? Шагать по просторам, Так, Макс, чё? Чё? Комментарий такой, чё? Привет! Да ладно, соберем еще. Руку пока собирай. Руку собирай. Ну, в Олесину руку собирай. Сюда идите. Ну-ка, все помахали ручкой. Сейчас поле чудес будем искать. А вот в стране дураков. Что говоришь? Туда не полезем. Но оттуда не все возвращаются. Но полезем. Да? Что, пошли выше? А где, я не понял, фотоаппарат-то где у нас? Где наш профессиональный фотограф? А, все, окей. Идут такой. Улыбаемся. Алло! Я сорвал, сколько надо там. А что такое? Ой, блин. Давайте песенку попоем. Песню не будет запевать. Там у нас вкусно. Расцветали яблони. Грушу у Катюши. Это не то. Давайте другую. На эту песню.
давайте туда где-нибудь. Как сказала будто бы. Тут еще вот такая штучка. Что лишь? Чабрец? Она пахнет очень вкусно. Чай с ней ароматный, да. Какой-то полезный. Настя, чего? Я не могу. У меня фотка где на этом дереве. Да? Это у них кодовое слово такое, Лена. Ленин! Тёлка с попоном. Она с рюкзаком пытается. Надо гору ещё и делать. А прикиньте, как я не стою. Полезешь. Ну сюда направо поднимайся, пока солнце не светит. Сричка. Ой, есть. Ох ты, красота. Смотри, коленки трясутся, да, Настя? Меня не трясутся коленки? Я туда не пойду. Ну как нет, давай сюда зачем. А вы пойдете? Я буду снимать. Да не надо. Там обратного пути оттуда уже нет. Да-да. Ну, мне поцарапай заодно. А там по-разному. То есть там три режима. В одном режиме 7 часов, в другом 13, в другом 13. Да нет, еще 3 часа сейчас осталось. Там муравьи не сидят. Я тоже видел. Лё. Это маленький муравьи, да? То есть уже нет желания. Не, ну останься тут. А вы тоже через 4. Останься, теплоход подойдет, но ты делаешь это. Ты пукни или выдохни тогда. Носом не шуркайся носом. Сняла бы сначала портфель. Выталкиваем ее. Все, девочки, садимся на диету. Мы? Да. Ничего не едим. Мы здесь ничего не едим по утрам обычно. Фу, как здесь воняет. Ну это, видимо, Катя тут постаралась. Мы сюда лес пукнули. Мы же ей посоветовали пукнуть. Я не пукнула. Игорь Борисович застрял. Пукать надо. Клевое же место.
Ой, классно. Да, вы меня смотрите. Ну ты, я тебя снимаю, не смотрю. Ты знаешь, камеру смотришь. Ну что? Отдыхать, танцевать? Отдыхать? Нет, лежи немножко. Не можешь, скажи. Прям тут, давай. Ну, вот там, где буддисты сидели. Да-ка все, солнце зашло на самом деле.